прошу, обращайся к Архимагу, только... Если возникнут проблемы, обратись ко мне. Моя работа как раз заключается в том, чтобы все шло гладко. То не секрет, что репутация коллегии в Скайриме оставляет желать лучшего. Правда? И что же это? Прости, что? Ну, мне бы, конечно, хотелось иметь такой могучий посох. Но я не уверен, что кто-то из нас найдет ему практическое применение. А ты откуда знаешь? Правда? И он сказал именно про посох Магнуса? Я поражен твоей расторопностью. Конечно, кому-то теперь придется заняться этим вопросом. Именно. Раз уж тебе пришло в голову пойти за советом к Абгуру, я думал, что ты проявишь больше энтузиазма. Посох Магнуса — нечто совершенно особенное. Такая древняя вещь. Не знаю даже, случалось ли нам раньше находить предметы такого масштаба. Кажется, про посох недавно говорила Мирабелла. Попробуй спросить у нее. Знаешь, мне нравится, как быстро ты учишься. Ты не просто ученик. Это уже всем очевидно. Молодец. Эта вещица некогда мне очень пригодилась. Надеюсь, она исправно послужит и тебе тоже. Думаю, коллегия готова к смене лидера. И если ты проводишь эксперименты, пожалуйста, прошу, убирай за собой. Обращайся к Архимагу только в случае крайней необходимости. Странный вопрос. Почему ты хочешь это узнать? Понятно. Да, возможно так, хотя я не понимаю, что, по его мнению, должна тебе рассказать. Несколько месяцев назад сюда заявились члены Синода, и я рассказала Архимагу, что они его ищут. Они определенно думали, что мы его прячем где-то у себя в шкафу. Маги из Сиродила. Они последние несколько сот лет строили из себя имперскую коллегию магов. Насколько я понимаю, они только изображают бурную деятельность и выпрашивают подачки у императора. Много политики, мало магии. Я очень удивилась, когда увидела их у нас на пороге. Они были очень вежливы, но их расспросы меня обеспокоили. Стало понятно, что они охотятся на могущественные артефакты. Ищут то, что может способствовать укреплению власти. Никто из нас не знает. Синод, похоже, убежден, что он где-то в Скайриме. Они расспрашивали про руины Мзулфта, но больше я ничего не припомню. Похоже было, что они собирались туда отправиться, хотя и не сказали, зачем. Полагаю, если ты намереваешься отыскать посох, они могут все еще быть в Мзулфте, но не жди от них помощи. Я не знаю всего. Его создал для себя сам Магнус, если ты веришь в подобные легенды. Припоминаю, что слышала, будто это единственная вещь, которая могла вмещать его силу. Своего рода преувеличения, которыми часто приукрашены истории магов древности. Это было. Пора покончить с этим.
Пус, руда! Пус, руда! Тебе не спрятаться от меня. Вот ты где! Где ты? Вот ты где? Умри, чтоб тебя! Пус, руда! Я горю!
же ты? А, ладно. Должно быть, сбежал. Я найду того, кто... Пуст! Рода! Тут кто-нибудь есть? Пуст! Рода! Вот ты где! Где ты? Пуст! Рода!
Когда я тебя найду, тебе конец. Ни следа. Тебе не спрятаться от меня. Ни следа. Во имя Исмира. Тут где-то убийца. Кто-нибудь есть? Пусть! Рода!
Кто-нибудь есть? Проклятие. Где же ты? Ты не сможешь прятаться от меня вечно. А, ладно. Должно быть, сбежал.
Пусть руда! Где ты? Ни следа. Пусть руда! Пусть руда! Нет, да стой ты, смирно!
Фус, рода! Тебе не спрятаться от меня. Тебе не спрятаться от меня. А, ладно. Должно быть, сбежал. Фус, рода! Фус, рода! А? Вернись! Тебе не спрятаться от меня. Давай, покажись. Думаю, теперь там никого нет. Фус, рода! Что это было? Только бы...
не спрятаться от меня. Фус! Руда! Думаю, теперь там никого нет. Фус! Руда! Что это было? Тебе не спрятаться от меня! Где ты? Думаю, теперь там никого нет. Фус! Руда! Кто-нибудь есть? Где ты? Думаю, теперь там никого нет. Фус! Руда! Тебе не спрятаться от меня. Где ты? Думаю, теперь там никого нет. Thank you.
Фус, руда! Тебе не спрятаться от меня. Тебе не спрятаться от меня. Думаю, теперь там никого нет.